Накануне Великой Отечественной войны советский народ жил мирным, созидательным трудом. Народное хозяйство уверенно набирало темпы производства. На транспорт, как на отрасль материального производства, ложились ответственные задачи, связанные с подъемом экономики нашей страны. Планомерное развитие транспорта, его коренная реконструкция имели не только большое народно-хозяйственное значение, но и способствовали повышению обороноспособности страны. Основным видом транспорта, связывающим все регионы нашей необъятной родины, был железнодорожный. Важную роль в грузообороте страны играл водный транспорт. В самостоятельный вид транспорта превратился гражданский воздушный флот. К 1 июня 1941 года в его составе насчитывалось свыше 3000 транспортных самолетов. Рос автомобильный парк, увеличивалась протяженность транспортных коммуникаций. В мире было неспокойно. Экономика Германии была целиком поставлена на военные рельсы. Увеличивалось производство самолетов, танков, орудий. Со стапелей непрерывным потоком сходили боевые корабли, подводные лодки. Рос численный состав немецкой армии. Готовилась к войне и транспортная система Германии. Увеличивался объем воинских перевозок к границам Советского Союза. Понимая, что война с Германией неизбежна, наше командование постоянно укрепляло боеготовность войск. Воинское мастерство повышалось в ходе проводимых учений. Училась вся армия, учились и военные транспортники. Маршал Тухачевский подчеркивал, что пути сообщения являются одним из главных элементов обеспечения успешного ведения операций, что каждый командир и весь высший командный состав должны знать технику железнодорожных, водных и автомобильных перевозок. В 1940 году в Берлине был заключен военно-политический союз, так называемый Тройственный пакт между Германией, Японией и Италией. Это соглашение трех агрессоров послужило основой для образования антисоветской коалиции. Фашистский вермахт продолжал свою захватническую политику в Европе. Эксплуатируя экономику оккупированных стран, фашистская Германия готовилась к нападению на Советский Союз. Транспортная система Германии становилась важным средством обеспечения военных действий.
Видя непосредственную угрозу нападения Германии, советское правительство принимает меры по укреплению наших западных рубежей. Главным образом, за счет передислокации войск из внутренних военных округов. С этой целью к перевозке планировалось 939 эшелонов. Но к началу войны 455 из них находились в пути, и лишь 83 были выгружены. Транспортные коммуникации, используемые для выполнения воинских перевозок, в планах военного командования именуются военными сообщениями. Управление военных сообщений Генерального штаба перед войной возглавлял генерал-лейтенант Трубецкой. Войска, прибывающие в приграничные военные округа, сразу же включались в учения, отрабатывая вопросы слаженности и ведения современного боя в соответствии с дальнейшим развитием форм и методов вооруженной борьбы. Захват нашей страны предусматривался планом «Барбаросса». Направлении главных ударов немецкое командование учитывало состояние нашей транспортной системы. Пользуясь внезапностью нападения, авиация врага обрушила массированные удары на крупные узлы, станции, мосты, порты, аэропорты, другие транспортные объекты от Балтийского до Черного моря. Особое внимание в плане «Барбаросса» уделялось выводу из строя железных дорог. Для Советского Союза сложилась крайне тяжелая обстановка. Для сосредоточения первого стратегического эшелона на Западном театре военных действий требовалось не менее 25 суток. Положение осложнялось и тем, что противник успел захватить подготовленные районы выгрузки наших войск. Восходящих сил противника, наши войска с боями отступали, нанося гитлеровцам ощутимый урон. На второй день войны совершил подвиг военный комендант железнодорожного участка и станции Лиепая воен-инженер третьего ранга Рожков. Узнав, что к городу следует фашистский эшелон, он встал за реверс паровоза и направил его навстречу вражескому поезду на таран. Эшелон был уничтожен, железнодорожный путь разрушен. Был сорван план прорыва войск в город, напыщенно именуемый немецким командованием «Троянский конь». Город Лиепая продержался еще 3 дня.
Наряду с доставкой в действующую армию регулярных частей, людского пополнения, материальных средств, транспорт стал выполнять перевозки по эвакуации гражданского населения и предприятий промышленности в тыл страны. Образовались два мощных встречных потока Запад-Восток. Был создан комитет по эвакуации, который возглавил Шверник. Управлению военных сообщений Генерального штаба было дано указание взять эвакуационные перевозки на строгий контроль. Всего было эвакуировано 18 миллионов человек, 2593 крупных завода и фабрики. На выпуск продукции оборонного характера эвакуированным предприятиям отводились крайне сжатые сроки. Несмотря на то, что Япония не была в состоянии войны с Советским Союзом, выполнение перевозок морским транспортом в Дальневосточном бассейне становилось небезопасным. Японцами был потоплен ряд наших пароходов, а экипаж танкера «Перекоп» взят в плен. Гитлер считал захват Москвы делом нескольких дней. Для снабжения многотысячной немецкой армии требовались бесперебойно работающие железные дороги, связывающие ее с тылом. Но этого достигнуть не удалось. Огромные потребности немецких войск удовлетворялись не полностью. Это объяснялось главным образом активными действиями партизан и конструктивными недостатками немецких паровозов. Противник не имел возможности использовать захваченные железные дороги. В большинстве своем они были разрушены в ходе заграждения, а подвижной состав угнан в тыл страны. Для использования на оккупированной территории железных дорог гитлеровцам пришлось перешивать путь на западноевропейскую колею. До конца 1941 года противник в общей сложности перешил 1500 километров пути. Большинство эшелонов и воинских транспортов из тыла страны адресовалось в Москву. Москва стала по существу крупнейшей прифронтовой распорядительной станцией. Связь московского узла с тылом поддерживалась по четырем оставшимся железнодорожным направлениям: Горьковскому, Казанскому, Московско-Рязанскому и Ярославскому. Для воинских воздушных перевозок использовались аэродромы Внуково, Монино, Чкаловская, Центральный. Участвовал в перевозках и внутренний водный транспорт. К исследованиям проблем работы транспорта в военное время были подключены виднейшие ученые-транспортники, академики Образцов, Передерий, Сыромятников, профессор Звонков и многие другие. За короткий срок под Москву были доставлены из различных районов страны, главным образом с Дальнего Востока, свыше 330 тысяч вагонов с войсками и воинскими грузами. Война, вопреки расчетам Гитлера, принимала затяжной характер. Немецкая армия к войне в зимних условиях была подготовлена плохо. Для поддержания у гитлеровцев воинского духа на Восточный фронт прибывали целые составы со спиртным.
Органы военных сообщений и работники транспорта держали под контролем весь перевозочный процесс, делая все для быстрейшего продвижения к Москве войск и воинских грузов. Воинские эшелоны с востока шли со скоростью курьерских поездов 800-900 километров в сутки. Среднесуточная погрузка войск и воинских грузов составляла 40% от общесетевой. Для перевозки материальных средств в войска широко использовались автомобильный и гужевой транспорт. Особо срочные грузы доставлялись по воздуху. В элитных боях под Москвой хорошо зарекомендовали себя бронепоезда. В декабре 1941 года наши войска по всему фронту перешли в решительные контрнаступления. Отступая, немцы стремились разрушить транспортные коммуникации, рассчитывая тем самым приостановить наступление нашей армии. Переход от заградительных работ к восстановлению железных дорог был для наших войск сопряжен со значительными трудностями. Отсутствовала необходимая восстановительная техника, не было налажено должным образом материальное обеспечение работ. В результате этого темп восстановления железных дорог был невысок. Наши союзники упорно уклонялись от открытия второго фронта, ограничивались полумерой. Они стали доставлять в северные порты СССР грузы по так называемому ленд-лизу. Конвои с грузами постоянно подвергались нападению со стороны военно-морского флота Вермахта и массированным налетам его авиации. В ходе этих перевозок наши моряки и моряки союзников проявляли большое мужество. Настоящий героизм проявил экипаж теплохода «Старый большевик». От попадания бомбы на теплоходе возник пожар. Несмотря на указания начальника британского конвоя, советские моряки не оставили свой теплоход, а отразив атаки противника, доставили груз по назначению. Для избежания лишних потерь, грузы по ленд-лизу в СССР стали поступать через Иран и Каспийское море. Зимняя кампания 1941-1942 годов вскрыла серьезные недостатки в работе видов транспорта, главным образом из-за отсутствия согласованности в организации перевозок. В 1942 году при ГКО
был образован транспортный комитет. Его председателем стал Сталин. Решения транспортного комитета становились законом для работников всей транспортной системы страны. Потерпев поражение под Москвой, гитлеровское командование решило нанести удар на сталинградском направлении. В мае 1942 года противнику удалось прорвать Брянский фронт и начать наступление на Сталинград. В соответствии с замыслом по транспортному обеспечению войск в августе 1942 года была построена 136-километровая линия Петров-Вал-Иловля, а в сентябре 138-километровая линия Ахтуба-Паромная, сыгравшая большую роль в выполнении воинских перевозок. Войска и воинские грузы доставлялись в Сталинград и по направлениям Поворино-Сталинград, Урбах-Баскунчак-Ахтуба, Балашов-Камышин и Поворино-Таловая. Командование противника хорошо понимало первостепенное значение железных дорог в обеспечении наших войск и подвергало железнодорожные узлы, участки, станции, мосты и поезда ожесточенным бомбардировкам. Попадая под бомбежки, паровозные бригады оставались на своем посту до конца. Машинисты сами разрабатывали инструкции по правилам вождения поездов под обстрелом противника. Противовоздушная оборона воинских поездов осуществлялась за счет использования зенитно-пушечных пулеметных взводов. За годы войны ими было отражено около 6000 атак вражеской авиации и сбито 132 самолета противника. На разрушенных станциях Сталинградского узла управлять воинскими перевозками приходилось из временно оборудованных укрытий. Организуя перевозки, на своем посту погиб военный комендант железнодорожного участка и станции Сталинград, подполковник Лапин. По Каспию, к устью Волги морским транспортом доставлялись войска и воинские грузы. Доставка грузов производилась под непрерывным воздействием авиации противника. Морской флот обеспечивал также бесперебойную доставку горючего из Баку на рейды Северного Каспия и в пункты перегрузки на железную дорогу. Через наведенные на Волге переправы бесперебойно осуществлялась доставка войск, вооружения и техники непосредственно к линии фронта. Работа на переправах была почти всегда сопряжена со смертельной опасностью. Волжские речники спасли тысячи жизней наших воинов и мирных жителей. Навсегда останутся в памяти подвиги экипажей парохода «Надежный», буксира «Сократ», катера «13» и многих других. На докладе о положении под Сталинградом Гитлер, потеряв самообладание, закричал: «Я не оставлю Волгу! Я не уйду с Волги!» Удержание Сталинграда для него было вопросом личного престижа.
Для обеспечения окруженной группировки немцы создали воздушный мост. Но просуществовал он недолго. Потеряв около 700 самолетов, немецкое командование от него отказалось. Герой Сталинградской битвы, маршал Советского Союза Чуйков, вспоминая те дни, говорил: «Когда мне приходилось встречать человека в железнодорожной форме, я смотрел на него как на солдата-фронтовика, как на бойца передовой». Для первоочередной доставки тяжелораненых в тыл страны широко использовался воздушный транспорт. Битва за Ленинград – одно из самых длительных, упорных и кровопролитных сражений Великой Отечественной войны. С приближением немецких войск к Ленинграду началась эвакуация местного населения. Город готовился к обороне. Непрерывным потоком прибывали войска и материальные средства. Не сумев захватить Ленинград штурмом, гитлеровцы решили взять его измором. К зиме 1941 года город был практически отрезан от большой земли. В Ленинграде остро не хватало продовольствия и горючего. Не прекращались бомбежки города и объектов транспорта. Это схема железнодорожной станции после бомбежки вражеской авиации. Подобных налетов за войну было около 20 тысяч. С захватом гитлеровцами станции МГА была прервана железнодорожная связь с Ленинградом. Она оставалась возможной только по воздуху и через Ладожское озеро. Организация перевозок через Ладогу была крайне сложной. Эта единственная транспортная магистраль получила название «Дорога жизни». После того, как Ладогу сковал лед, автомобили с грузами пошли по ледяной дороге, проложенной по трассе Мыс-Осиновец-Маяк-Кареджа. Дорога жизни спасла сотни тысяч людей от гибели. Помогла воинам сдержать натиск фашистских полчищ, накапливать силы для прорыва блокады.
Вновь построенная железнодорожная ветка Поляна, Мельничный ручей, была названа «Дорогой Победы». Большое значение имели постройка и реконструкция железнодорожных участков Будгощ, Тихвин, Чадога, Кабажа и Небольчи-Акуловка. Торжественно встречали ленинградцы первый поезд, прибывший по дороге Победы. По воздуху в осажденный Ленинград было доставлено свыше 6 тысяч тонн материальных средств, около 300 тысяч литров консервированной крови, медикаменты, эвакуированы из Ленинграда свыше 50 тысяч человек. Перевозки по озеру в весеннее время проходили в неимоверно трудных условиях. С лета 1942 года для снабжения Ленинграда использовался и трубопроводный транспорт. Бензопровод длиной 29 километров. Героическая оборона Ленинграда сковала огромные силы немецко-фашистских войск. В результате мобилизации гитлеровскому командованию удалось к лету 1943 года довести численность своих вооруженных сил до 10 с лишним миллионов человек. В целях окружения и уничтожения оборонявшихся войск Центрального и Воронежского фронтов немецкое командование сосредоточило в районе Орла, Белгорода и Харькова до 50 дивизий, в том числе 16 танковых и моторизованных, 2 воздушных флота. Нашей ставкой был своевременно разгадан план гитлеровского командования. Для создания у Курского выступа мощной линии обороны железнодорожным транспортом в период с марта по май 1943 года было перевезено огромное количество войск и материальных средств. Перегруппировке подлежали целые фронтовые объединения. Только для переброски войск Донского фронта потребовалось 894 эшелона. Общий объем перевозок достиг 540 тысяч вагонов. В большом количестве доставлялась гусеничная техника. Большое значение для доставки войск и грузов при подготовке операции имело строительство железнодорожной линии Старый Оскол-Ржава протяженностью 93 километра. Линия была построена с помощью местных жителей всего за 32 дня.
Эвакуация раненых производилась железнодорожным транспортом от полевых госпиталей до армейских госпитальных баз военно-санитарными летучками, а затем военно-санитарными поездами. В транспортном обеспечении советских войск на Курской дуге принимали участие самолеты гражданского воздушного флота и военно-транспортной авиации. По воздуху осуществлялась доставка материальных средств, а обратными рейсами было вывезено более 21 тысячи раненых и больных. За три года хозяйничания в Белоруссии немецкие оккупанты нанесли ей огромный ущерб. В руинах лежали города и села. Сотни тысяч человек были угнаны на каторжные работы в Германию или зверски замучены. Операция «Багратион» имела целью освобождение Белоруссии. Перевозка материальных средств войскам, действующим в отрыве от главных сил, и партизанским отрядам была немыслима без воздушного транспорта. Доставка производилась парашютным и посадочным способами. Партизаны, действовавшие по единому плану с Красной армией, по существу дезорганизовали движение на железных дорогах, занятых противником. Гитлеровское командование вынуждено было отвлечь с фронта на борьбу с партизанами около 25 дивизий. Сосредоточение и перегруппировка советских войск, несмотря на массированные налеты вражеской авиации, была закончена своевременно. Успеху начавшейся операции во многом способствовало ее всестороннее транспортное обеспечение. Для разрушения железных дорог противник применял путеразрушитель «Крюк», который приводил к полному разрушению шпал, балластной призмы и к деформации рельсов.
Противник оставлял после себя полностью разрушенное транспортное хозяйство. Работы по восстановлению пути велись на широком фронте. Темпы восстановления железных дорог повышались от 4-5 километров в сутки в 1942 году до 15-16 в 1944-1945 годах. В результате операции «Багратион» наши войска освободили Белоруссию, значительную часть Литвы и Польши. Началось освобождение стран Европы от фашистского ига. В последней агонии вожди фашистской Германии объявили тотальную мобилизацию. Угрозами и посулами, наградами за удачные выстрелы фауст-патронами пытались они сдержать наступление наших войск. С переносом военных действий на территории европейских государств осложнялась работа железных дорог. Ввиду того, что дороги западноевропейских стран имели другую ширину колеи, другие правила технической эксплуатации, более короткие станционные пути и ряд других особенностей. С 5 апреля в разгар боев за Берлин на станцию Берлин-Лихтенберг прибыл первый советский поезд. Его привел старший сержант Лесников. Маршалу Жукову телеграммой было доложено об открытии движения до станции Берлин-Лихтенберг. На ней Жуков написал: «Молодцы». Кончилась война. Достойный вклад в победу внесли советские транспортники и личный состав органов военных сообщений. Солдаты возвращались домой. Впереди еще были слезы радости, встречи, парад победы. Они возвращались к земле, к труду, на любимую и свободную Родину.